Анонс и дата выхода 32-й серии турецкого сериала «Любовь на показ». 32-я серия сериала выйдет в эфир 5 февраля. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, что когда Керем и Айше все же не смогли примириться, и это привело к разводу. Близкие люди для Керема и Айше считают, что сколько бы они ни расходились, все же наступит момент, и они снова воссоединятся. Со стороны можно посчитать, что их глаза переполнены ненавистью, но на самом деле в них присутствует только любовь. Отец Керема также надеется на то, что рано или поздно влюбленные примирятся. Сами же Айше с Керемом снимают свои обручальные кольца и теперь планируют начать жизнь с чистого листа. Теперь, по условиям договора, Айше больше не может считаться рекламным лицом компании. Когда Керем сообщил о том, что расторгает договор, то это совсем не смутило Айше. Она ответила ему и Джейде, что несмотря на это, им придется видеть ее еще на протяжении 5 лет. Если же они могут ее уволить, то пусть увольняют. Отец Керема гордится тем, как ведет себя в этой ситуации Айше. Когда родственники Керема узнали новость о предстоящей помолвке Айше, то они были шокированы. Ведь не прошло еще и 10 дней, как Айше уже кто-то собирается засватать. Керем также возмущается по этому поводу и спрашивает. Там уже очередь собралась, а Айше прямо на глазах у Керема, а также его друзей, взяла телефон и ответила звонившему, что сегодня он может прийти к ней домой, для того, чтобы просить ее руки. Напомним, 32-я серия сериала выйдет в эфир 5 февраля. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!